Привет, кожаные мешки. Предупреждение о том, к чему могут привести показанные видеомероприятия, есть в прошлом ролике. Если ты ленивый хлебушек и не посмотрел, то сам виноват. Ну что ж, продолжим нашу серию увлекательных экспериментов. На очереди у нас обычная USB флешка 16-гиговая USB 2.0. Все по-прежнему делаем. Пытаемся восстановить, понять, сколько там восстановит чего и восстановит ли вообще. Итого, глубокое восстановление у нас заняло около 18 минут. Притом на 16-гигабайтной флешке нашло 37 с небольшим гигабайт информации. Ну и погнали занулять флешку, а потом снова восстановим и посмотрим, что восстановит или не восстановит. И снова я таки повторюсь, главное убедиться, что именно тот накопитель, который нужно, именно тот будет зануляться, а не какой-то либо другой. Зануление заняло 28 минут. Погнали снова восстанавливать. И спустя 24 минуты на флешке ничего найдено не было. Если видео понравилось, дай знать об этом. До скорых встреч, продолжение следует, еще впереди два видео.